Да, за окном птицы каждый день поют о приближении весны, а мы ее так сильно ждем. Но какую погоду птицы напоют нам на эти выходные, расскажу вам я, Виктория Меринова. В пятницу, 18 февраля, переменная облачность и плюсовая температура. Днем синоптики нам обещают плюс 4, а ночью 0 градусов. В субботу, 19 февраля, выглянет солнышко и подарит нам прекрасную погоду. Днем будет плюс 5, а ночью минус 1. В воскресенье, 20 февраля, местами ожидаются ливни, поэтому зонтик вам не помешает. Днем будет плюс 6, а ночью плюс 1. Планируете обновить интерьер, заняться наконец ремонтом или построить дом с нуля? Заходите в справочник «Блокнот Волгоград», раздел «Строительство и ремонт». Там для вас собрана вся актуальная информация. Справочник «Блокнот Волгоград» поможет в любой ситуации. Проверено. Дорогие наши защитники, именно рядом с вами мы чувствуем себя нежными и защищенными. От этого и хочется делать вас счастливыми и дарить свою любовь. С наступающим вас праздником, 23 февраля!